новости нашего города. Обзор за неделю. В студии Оксана Балун. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. События регионального масштаба. В ноябрьске торжественно открыли новое здание окружного центра СПИД. Армейские трагедии. Во время несения службы солдат из Венгапуровского погиб. Новоуренгойский срочник получил серьезные увечья. Бесчеловечность ради наживы. Как одна из жительниц города обманом практически на улице и без денег оставила семью с ребенком-инвалидом. Люди без паспорта и крыши над головой. Как живется бомжам в Ноябрьске? И праздник жертвоприношения. Мусульмане всего мира, в том числе и Ноябрьска, отметили Курбан-байрам. Начну с трагедии, которые случились с ямальскими солдатами в армии. В Новороссийске в понедельник погиб житель Венгапуровского. Молодой человек нес службу по контракту. Призван из Ноябрьска он был в 2010 году. Там несчастный случай. Там действительно несчастный случай. Были учения, если вы знаете, это в Новороссийске. Но оборвался трос и его придавило. Парень не срочной службы, он заключил контракт. Призыв, по-моему, 2010 года. Ну вот так произошло. Проживали они на Венгапуре, сам он с Венгапура, да, вот, и проходил службу по контракту. А новоуренгойский солдат-срочник, который буквально за месяц до дембеля получил увечья в армии, в четверг был прооперирован. Напомню, трагедия случилась под Рязанью на полигоне 137-го парашютно-десантного полка. Нашему земляку оторвало кисть руки, раздробило голень и черепно-мозговую коробку. По предварительной версии, в руках десантника взорвался снаряд от противотанкового гранатомета. По факту тяжкого травмирования военнослужащего, которое произошло в поселке Дубровичи Рязанской области, проводится военно-следственным отделом по Рязанскому гарнизону проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются. Отец молодого человека по телефону рассказал председателю комитета солдатских матерей, что операция прошла успешно. Состояние солдата врачи оценивают как удовлетворительное. Вот что о происшествии говорит Людмила Буряк. Мне позвонили родители 11 октября, сообщили о том, что произошел несчастный случай, что он был на полигоне, нашел именно не разорвавшийся с этой снаряд, и что он там с ним делал, что в результате он детонировал, вот, ну и повредил кисть руки, был удален глаз, и вот эта проблема с ногой. Вот. Что на самом деле произошло, сейчас идет следствие, никто точно не может сказать, вот, но... Ну вот, тем не менее, вы знаете, как родители сразу сообщили мне, я сразу же позвонила и в окружной военкомат сообщила, и в правительство ямальское, чтобы поставить в известность о несчастном случае. Между тем, призывная кампания 2013 набирает обороты. 414 человек из Ноябрьска отправятся в ряды вооруженных сил в текущем году. О ходе призывной кампании в городе на неделе рассказал военный комиссар Алексей Баклин. Он напомнил, что призывникам нет нужды брать с собой лишние вещи. Достаточно минимального набора средств личной гигиены и недорогого телефона. На сборном пункте будущему солдату выдадут сим-карту и пластиковую карточку. География службы в текущем году по-прежнему обширна. От Калининграда до Сахалина. Единственное отличие, по словам Алексея Баклина, заключается в том, что если годом ранее основная часть ямальских призывников попадала в воинские части Центрального военного округа, в этом году их распределят равномерно по всем округам. Военком также напомнил об ужесточении федерального законодательства в отношении уклонистов. Внесены изменения в федеральный закон номер 53, и теперь граждане, которые военную службу не прошли, с формулировкой, не имеющей на то законных оснований. Значит, в частности, данным гражданам запрещено теперь поступать на государственную и муниципальную службу вообще. Кроме этого, данные граждане не будут получать документ воинского учета, военный билет. Данным гражданам будет выдаваться справка. В среду в Ноябрьске торжественно открыли окружной центр профилактики и борьбы со СПИДом. На открытии единственного пока на Ямале подобного медицинского учреждения присутствовали как первые лица города, так и гости из окружной столицы. О том, чем уникален СПИД-центр регионального значения, а также о перспективах развития системы здравоохранения, Ксения Епишева.
Открытие по традиции началось с перерезания красной ленточки. После все присутствующие отправились на экскурсию. В новом центре и правда есть на что посмотреть. Пятиэтажное здание оборудовано всем для того, чтобы больные тяжелыми заболеваниями имели возможность получить необходимую помощь. Рабочие места готовы. Утром сюда приезжают специалисты и начинают прием. Пик заболеваемости ВИЧ-инфекцией на Ямале пришелся на конец 90-х. В начале 2000-х число инфицированных, к примеру, в Новом Уренгое, практически приравнялось к 200 человек. И до сих пор Ямал входит в число регионов-лидеров по числу больных вирусом иммунодефицита. Если верить статистике, на 100 тысяч ямальцев приходится 495 ВИЧ-инфицированных. За годы работы удалось достичь довольно серьезных для медицинской практики результатов. Врачи сделали все возможное для того, чтобы снизить риски передачи вируса иммунодефицита от матери к ребенку и достигли в этой области положительных результатов. А сегодня, учитывая, что в новом здании появилось дополнительное оборудование, врачи готовы заниматься не только наблюдением и лечением больных СПИДом. Все, что сегодня есть в арсенале окружного центра, позволит медикам диагностировать и исследовать ряд довольно серьезных заболеваний и в первую очередь так называемых парентеральных гепатитов, то есть группы Б, С и прочих. Интенсивность эпидемического процесса парентеральных гепатитов в 6 раз выше, чем ВИЧ-инфекции на территории округа. По данным 2012 года были выявлены 961 больной вирусными гепатитами В и С и 161 случай инфицирования ВИЧ. В перспективе центр готов будет заниматься не только смертельно опасными недугами. Центр имеет перспективы развития, безусловно. Это возможность оказания услуг не только по инфекционной патологии, но и по различным иммунодефицитным состояниям, аллергическим заболеваниям. По крайней мере, диагностика, та, которая в центре СПИД есть, она позволяет это делать. С открытием окружного центра появились и дополнительные рабочие места. Число персонала увеличено на 74 единицы. Что касается стационара, то до открытия нового здания СПИД-центра в старом одновременно могли находиться всего 15 больных. У нас будет функционировать 30 круглосуточных коек и 20 коек дневного стационара. Сложнее с врачебными кадрами. Вот на сегодня нам недостаточно, нам нужны еще 3 врача-инфекциониста. По всем другим категориям специалистов вопросы решены. Помимо врачей узких специальностей, в штате центра будут работать и медики смежных. В нашем штате стоматолог, акушер-гинеколог, педиатр, невролог, терапевт, психотерапевт, отоларинголог, эндоскопист, функциональная диагностика. То есть вот такой перечень специалистов, которые, конечно же, будут работать не только вот по проблеме ВИЧ-инфекции, но и по всем другим вопросам, по которым обратится любой житель города. Но надо понимать одно. Открытие окружного СПИД-центра является наглядным примером не только развития медицинских технологий и улучшения качества предоставляемых услуг. Это говорит еще и о том, что проблема есть. По беспечности, собственному безразличию или пристрастию к пагубным привычкам, но люди становятся носителями инфекции. И нужно понимать, что некоторые болезни не зря считаются неизлечимыми. У нас нет вакцины. Мы можем только профилактировать, предупреждать заражение, появление новых случаев, только если мы будем заниматься правильно и планомерно лечением. Ксения Епишева, Александр Иванов, Виталий Харченко. Новости нашего города. Ну а что касается строительства еще одного объекта здравоохранения, а именно перинатального центра, то пока о торжественном его открытии речи не идет. Летом этого года строительство было приостановлено. Сейчас работы на стройплощадке возобновлены, но несмотря на это, о конкретных сроках сдачи объекта пока никто не говорит. Мы откроем его в ближайшем будущем. Это я могу точно сказать. Потому что вы знаете, что это объект высокой степени готовности, и продолжения строительства не будет. Конкретную дату сейчас уточнить нельзя. И когда он будет сдан, вы узнаете об этом первыми. Ну а пока перинатальный центр готовится к сдаче, Ноябрьская центральная больница запасается новым оборудованием. Последнее приобретение – инкубатор-трансформер для новорожденных. Он установлен в отделении детской реанимации и интенсивной терапии. Аппарат появился за счет средств окружной целевой программы модернизации здравоохранения. Медики говорят, что это уникальное устройство при необходимости может трансформироваться в оборудованное место для реанимации. Инкубатор снабжен 2 тепловыми режимами обогрева. Кто
кто готов оказать или организовать помощь нуждающимся в ней детям, выяснил фонд общественного мнения. 28% россиян утверждают, что в последние год-два им приходилось жертвовать деньги. Выразили готовность помочь в ситуации, когда требуются средства на лечение конкретного ребенка, 44% наших сограждан. Чаще всего люди говорят, что передали бы наличные организаторам сбора денег или перечислили бы средства со своего банковского счета. А вот что касается сумм, то если речь идет о единовременном денежном пожертвовании на помощь детям, то 21% опрошенных отдали бы меньше 1/10 зарплаты. До половины ежемесячного дохода выделили бы всего 2% респондентов. Большую часть своих денег из числа опрошенных не пожертвовал бы никто, даже единовременно. «Беспечность ради наживы» в рубрику «Нам здесь жить» обратилась семья, которую обманули на сделке с недвижимостью. Если коротко, то кое-кто предприимчивый сначала продал дом родителям мальчика-инвалида, а потом перепродал его другим людям. В итоге Ольга Горшколепова, ее муж и больной ребенок остались без собственной крыши над головой и без денег. Все подробности этой запутанной истории у Кирилла Мигеля. Дом-сказка, дом-мечта. Для маленького Артема двухэтажные хоромы в одноименном дачном поселке должны были стать настоящей отдушиной. Выезжать на курорты или на землю к родственникам мальчику не позволяет здоровье. А пластическая анемия. Его костный мозг практически не работает. Здесь же и простор для прогулок, и бассейн для реабилитации, и даже камин. А еще стены, которые расходятся в стороны, заваливающийся на бок фасад и прогнившие сваи. Появилась вот эта вот трещина, он стал оседать и уходить полностью, как бы. Вот они появились. 2 миллиона рублей цена, без малого развалин. Заплатить успели 1,5. Пришлось продать ипотечную квартиру, брать кредиты, влазить в долги. Жить всей семьей рассчитывали в новом доме. Осматривали хоромы зимой, и в этом, говорят люди, их самая большая ошибка. Как только холода пошли на убыль, вместе с столой водой всплыли и все недостатки постройки. Муж поехал в июне проверять дом, и оказалось, что там пошли трещины, что как бы дом подлежит, нужно ремонтировать. Пригласили мастеров, они сказали, что как бы нужно вложить еще 1 000 000, чтобы дом как-то стоял более-менее нормально, чтобы все было. Как бы таких денег нет, он обратился к тем людям, кого мы покупали дом, и говорит, давайте сделаем так, чтобы не было, как бы я не прав, конечно, то, что я купил, теперь обратно, как бы, но у меня таких денег, у нас таких денег у семьи нет, чтобы дом этот реставрировать, давайте ей как бы подадим в суд, что как бы дом там, я вину там что-то заплачу сам, как бы свои неустойки. На что они сказали, нет, вы не переживайте, мы дом сами перепродадим, а деньги вам отдадим. О том, что дом давно продан повторно, его предыдущие покупатели узнали случайно и первым делом поехали к продавцам, а затем в полицию и суд, потому что деньги им возвращать наотрез отказались и выпроводили людей. Практически то же произошло и с нашей съемочной группой. Это кто? Здравствуйте. Это наши представители. Нет, все, выходите. Выходите. Я сейчас звоню. Адвокату звоню, вызываю. Наряд, выходите. Вы не имеете права никакого. Вы не имеете никакого права. По всем документам продавцом является вот эта женщина. И все по тем же документам, беднее человека в городе просто нет. По решению суда половину своей зарплаты она платит обманутым людям. А это 8 500 в месяц. Чтобы полностью покрыть долг и вернуть 1,5 миллиона, работать ей теперь придется 32 года. При том, что через 2 она выходит на пенсию. Предприимчивая продавщица решить вопрос предлагала полюбовно. Вернуть 1 000 000, а об остальной сумме предложила забыть. Немного настораживает, потому что эта история длится уже, не считая того года, тех судов, что у нас прошло, длится уже 4 месяца, и что никак эта опись имущества просто не может произойти. Вот это просто настораживает. Но приставы все же своего добились. Имущество женщины описать удалось. Вот только это капля в море. Теперь обманутым людям приходится жить в квартире родственников, а их сыну необходима пересадка костного мозга. Только по самым грубым расчетам это 3 миллиона рублей. Если, конечно, найдется донор. Его поиски за границей обойдутся в 600 тысяч за каждые 1/2 года. Удивлению и возмущению Горшколеповых просто нет предела. Потеряла веру в людей, говорит Ольга. Ведь чужого им не нужно. Хочется просто вернуть свое. Кирилл Мигель, Виталий Харченко, Александр Иванов. Новости нашего города. Почему вовремя не пришли расчетки за ЖКУ? С таким вопросом к нам обратились жители города. В Ярице пояснили, все дело в том, что в настоящее время квитанциям придают новую форму. Самое наглядное изменение в едином информационном листе – иное расположение таблиц, столбцов и цифр. Все данные теперь будут объединены по тематическим блокам и размещены так, чтобы глазу удобнее было считывать информацию. А сами цифры стали крупнее и отчетливее.
У нас с этого месяца введен новый платежный документ, он называется также «Единый информационный лист». Вот. Эта форма, она более приближена к той рекомендуемой Министерством регионального развития Российской Федерации. На сегодняшний день месяц закрыт, квитанции печатаются. Вот. С сегодняшнего дня уже первые наши клиенты получат информационный лист, и мы считаем, что за выходные полностью все кто у нас находится на расчетах, получит платежные документы. Как будет выглядеть новый расчетный лист, вы сейчас видите на своих экранах. Во-первых, платежка изрядно подросла в размерах. К тому же теперь квитанция станет двусторонней. Кроме того, в графах появится дополнительная информация. В частности, не только по объему жилой площади, но и нежилой, а также мест общего пользования. Неизменным останется наличие контактной информации расчетного центра и данных о новых услугах для горожан. Прервемся на короткую рекламу и смотрите сразу после нее. Люди без паспорта и крыши над головой. Как живется бомжам в Ноябрьске? И праздник жертвоприношения. Мусульмане всего мира, в том числе и Ноябрьска, отметили Курбан-Байрам.